Здравствуйте, дорогие гости моего канала. И сегодня, чтобы не терять время, я буду черенковать вот такой вот кротон. И чтобы это место не пустовало вместе с хоечками. Убьем сразу двух зайцев. Сейчас я возьму черенки и покажу через секунду. Вот такие череночки я взяла. Вот так вот теперь растение выглядит. Будет еще пышнее. Я еще пересажу его в скором времени в другой горшок. Черенки обязательно ставим в теплую воду, чтобы вот эта вот жидкость кротона вся вымылась и не препятствовала укоренению черенков. Сейчас буквально минуточку постоит. И дальше увидим, что буду делать. Итак, минутка прошла. Я даже не буду использовать никакой укоренитель. Просто вставляю черенок в субстрат из смеси торфов. Но нейтрализированный обязательно. Вот так вот. Потихонечку. Все. Черенок готов. Следующий. Тоже все вымылось. Поставила. Я использую укоренитель только тогда, когда знаю, что плохо растения укореняются. А так как я никуда не спешу, я такого ничего не использую. Объем контейнера практически занят. Я довольна. Спасибо большое за просмотр. Всего хорошего. До свидания.